Здравствуйте, меня зовут Валерий Киба. Я сегодня был в гостях на замечательном Светлом радио, первый раз в эфире. Хотел вам сказать небольшое пожелание. Друзья, не проживите жизнь напрасно. Любите Бога, любите людей, заботьтесь о них, вкладывайте свое сердце в заботе о других людях. Замечайте соседей, замечайте друзей детства, родственников, своих сотрудников. Благовествуйте им. Благовествуйте искренне. Приглашайте их в церковь, в домашнюю группу. Поддерживайте с ними отношениями. Будьте благословенны. Молюсь о вас. Пока. Додаток Світлого Радіо Еммануїл тепер є на App Store і Google Play. Завантажуйте додаток для смартфонів і планшетів, і Світле Радіо буде завжди поруч.